осторожнее. Ложись на кровать. Младшая соученица. Хорошо, что до сего момента ты меня не называл так. Иначе остальные поняли бы, кто я. Я наконец-то поймал тебя. Ты не можешь оставить меня. Даже одного дня не разрешу. Ты знаешь это? Господин, все в порядке? Почему вы здесь? Вы... Я тоже хотела спросить, почему вы здесь? Это моя комната. Это ваша комната? Да. Наверное, Гуарань выпил слишком много и перепутал комнаты. Гуарань? Это моя привычка. Когда я выпиваю, начинаю вести себя, будто я правитель. Молодой воин Сунь, пожалуйста, не дразните меня. На самом деле, я не люблю спать вместе с другими людьми. Я тоже. Поскольку мы уже спали вместе, а я не выспался, позвольте мне поспать еще немного. Подождите. Подождите. Молодой господин Джао, может, вы сначала уйдете? Уйти? Куда? Я хочу переодеться. Переодевайтесь. Мы оба мужчины. Чего вы боитесь? Стесняетесь? Если стесняетесь, я помогу. Мы ведь оба мужчины. Чего вы стыдитесь? Тогда, может, я разденусь первым? Нет, нет, нет. Не надо. Молодой господин Сунь, вы такой стыдливый. Может быть, вы женщина? Я мужчина. Точно. Если вы мужчина, то чего боитесь? Давайте я сниму с вас одежду. Молодой господин Джао, еще ближе, и я позову младшего соученика. Так очевидно, что вы еще слишком молод. Так или иначе, я больше не буду шутить над вами. Я пойду позабочусь о завтраке. Не забудьте спуститься поесть. Угу. Почему вы здесь? Вчера я был пьян и вошел не в ту комнату. Я спал в комнате вашего младшего брата. Мой младший брат? Что-то не так? Мы все мужчины, это же не проблема. Не так ли? Ваш младший брат очень странный. Он ведет себя как нервная женщина. Я буду ждать вас обоих внизу к завтраку.
Старший соученик? Я не знаю, что ночью произошло, но когда я проснулась, он был рядом со мной. К счастью, он не понял, что ты женщина. Вчера вечером я был пьян, даже не знаю, как вернулся в свою комнату. С тобой все хорошо? Нормально. Отлично. Давай спустимся вниз. Ты должна быть голодна. Идем. Молодой господин, у меня есть сообщение от наших разведчиков. Они нашли мятежников. Хорошо. Позволь мне проститься с ними. Молодой господин Джао. Я собираюсь попрощаться. Молодой господин Джао, куда вы уходите? Я... Есть новые товары, которые мне нужно проверить. Я уже заказал для вас завтрак. Кстати, у вас есть грядущие планы? Мы с младшим братом продолжим поиск воина Лу Гоуцзяня. Хорошо. Может, мы встретимся снова. Может, мы встретимся снова. Может, мы встретимся снова. Хозяин, это деньги на наши завтраки. Спасибо.